господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал Тета Геймс. Меня зовут Богдан, и мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 2. В прошлой серии было все очень плохо, потому что мы остались почти что без патронов. В прямом смысле мы остались без патронов. У нас есть ложа для Матильды, это, конечно, супер. Я очень этому рад, что у меня есть ложа для Матильды, что теперь Матильда стала просто мега-пушкой. Только к этой пушке бы еще были патроны, чтобы оценить всю эту ее мощь. Всю ее мощь оценить пока не получается. Я не знаю, как это получилось, но я распулял просто в молоко. Конечно, не все в молоко, но много пулек я потратил. Порох могу, подожди, могу. А есть особенный порох, подожди. И на дробовик вообще, как мне возвращаться? Это нормально? Это я такой лох, да, типа, все растерял. Так, давай подлечим Леона, потому что он, да, ему плохо. Ему плохо, это мы, кстати, давай наведем порядок. Тихо, Леон, давай наводить порядок. Да, тяжко нам будет, тяжко, я чувствую, будет, ну ладно, достать. Давай сразу подлечимся, достать, использовать. Все, хорошо, Леон, Леону хорошо, значит и нам хорошо. Нахрена столько красной травы? Ключи. Режущий инструмент. Это можно как будто выкинуть, да? Ну, пусть будет, ладно. От этих, от ядов нам пока ничего не надо. Ну, гениально, все. А знаешь что? А можно просто домой вернуться назад? Мне туда вообще нет смысла идти, потому что там одна собака осталась, которой я ничего не могу сделать. Я пытался сегодня как помансить. Мне это ничего не дало. Да, можно вернуться назад? Проделать весь тот путь, который мы... Нет, не туда, стой, нет, не туда, назад. Задний ход, Леон, задний ход. Это хорошо, подожди, Леон, стой, вниз. Леон. А, как его, что я хотел? А, ну сиди, проделать тот же самый путь, который мы, каким мы попали сюда. Это работает? Ну, я надеюсь, работает. Там не было нигде этого. Вот тут, да, где у нас этот мини-босс-файт был. Только не надо второй босс-файт, пожалуйста, я не готов. У меня ноль патронов, вы понимаете, ноль. Ситуация, конечно, вообще-то... страшное. Ноль патронов. Ноль патронов — это плохо. Да, вообще, еще не обутанный, на самом деле, полицейский участок у нас остался. Поэтому есть надежда, что получится там подлутаться. И тут, как будто, да, тут у меня все есть. Я надеюсь, это так работает, да? Что я ничего сейчас не ломаю. Что я просто возвращаюсь. У меня же появился ключ. Бубновый ключ, да? Я же его взял, я же не дурак. Замысловатый ключ, да. Да. Точно, Q. Q это резко разворачиваться. Так, стопэ. Леон. Это... Нет, пожалуйста, не надо, нет. Я же могу отсюда выбраться. Я же сюда не спрыгивал никак. Нет. Я хочу в полицейский участок, верните меня, пожалуйста. Или я спрыгивал отсюда. Лестница под землю. Гранат, кстати, там есть. Это, конечно, круто. Подожди. Обождите, пожалуйста. Дайте мне... Да, вот я же как-то вот там. Подожди, стой. Что? Что? Аппаратная, лестница под землю, операторская. Это мы оттуда вернулись. А, стой, Леон. Как нам попасть туда? Неужели нет пути назад? Нет. Или есть? Нет, его нет. Походу нет. Походу я все. У меня надежда была, что я смогу вернуться в полицейский участок, там что-то понаделать. А, ну, подлутаться, подвосстановить силы. Ну, мой план пошел нахрен. Или нет, подожди, где я? Что я? Я в двух соснах запутался. Как мне вернуться? Это мы возвращаемся в операторскую, это вот подъем наверх. Ну, вон лестница. Я чуть сейчас торможу.
Я вроде это выспался, вроде нормально себя чувствую. Почему я торможу? Нет, нет оправдания моему торможению сейчас. Эта лестница меня спустит вниз. Но с этого низа я никуда подняться потом не смогу, да? И вон туда пройти я не могу. Все, все логично. Там лестницы нет, да? Сейчас. Все, да, тогда... Можем не париться и пытаться... Угу, ну да. Выходит, что так. Ох, как так вышло, как так вышло? А что ж там делать-то, я даже не знаю. Там куча зомбаков, я ж тогда ноги, блин, это еле унес оттуда. Пять минут, шесть минут, просто вообще ничего не сделали, ладно. Ладно. Блин, а еще я еще днем записываю, конечно, да, освещение совсем другое. Такое яркое все. На заднем фоне прям все так. В телеке вон в отражении все видно. Ну ладно, не суть. Иногда хочется днем позаписывать. Потому что вечерами записывать, конечно, классно, это все атмосферно, но. Днем тоже иногда охота. Ну давай, че. Мы сохранимся тогда еще раз, чё? Почему бы и нет? Ага. Погнали он. Без патронов, без всего, гениально. Там еще этот доберман один бегает. Что мне с ним сделать? Я его вообще никак не смогу уложить сейчас. Блин, пора срать все патроны. Неужели это... Вот что ты? Вот что с тобой мне делать, братан? А, ты меня не заметил даже. Фига себе. Вот это я стелс. Вот это я стелс, Леон. Леон стелс. Давай, ладно, по порядку. Получена деталь устройства. Кстати, куда оно делось? Где оно? А, я его попал. Найдите детали. Ну вот одну деталь-то я нашел, и одну я вставил. Надо найти вторую, походу, да? Хм, пес там так гуляет, да? А он может меня вообще не заметить? Кто там долбится? Я тебе сейчас подолблюсь. Зарычал, скотина, зарычал, увидела, спалила, да? Закрой! Ну хватит стрекотать, музыка. Мне и так все плохо. Не вставай, скотинос. Нет, ну как так-то? Ну как так-то-то? Что мне с вами делать-то? Ну и что ты, женщина? Что ты? А ты что? Вам бы всех пооткрывать бы, да? И, не, а что у них может быть в этих камерах? Конечно, у них не будет ничего полезного в камерах. Это ни хрена не логично, что у них там что-то будет полезное. Давай, ладно, еще раз помним нашу цель. Нет, просто смотрю опять, как она идет. Вот как будто бы вот непонятно. На записи. А, хорошо. Нехорошо вообще нифига. Нам. Вот это. Может быть, его где-то применить. Вот тут нужна еще одна. А вы как-то, может быть, можно у вас что-то можно с этим сделать? Ничего нельзя с этим сделать. Тут был бы новый, так, ну давай, ладно, еще вот стрельбище, тут морг. Неужели я что-то пропустил? Запертая дверь. А может быть, там нужен этот, как он? Запертую дверь. Проверить надо, кстати. Что, почему она запертая? Может быть, ее можно отпереть? Ну что ты свои ручонки тянешь-то? Я тебе не достанусь. Я не достанусь тебе. Я никому не достанусь. Я Леон. Я сам по себе. Да ну, псина, отстань. Фига ты посол... Нет, ну псина. Надо уметь... Сейчас. О, давай, прыжок. Ага. Косая псина.
Псинка косая, псинка косая. Чё ты орёшь? Чё ты гавкаешь на меня? Чё ускориться, смотри, сейчас будет рывок. Да! Эй, не так нечестно по машинам прыгать, ты охренел? Да стой, давай, все, прыжок делай, я уворачиваюсь. Опля, ха-ха, косой, косой, дурак. Чё тут надо, чё тут надо, почему закрыто? Почему закрыто, почему просто закрыто? Нет! Что значит просто закрыто? Такого не бывает, просто закрыто. Валим. Еще один? Да сколько у вас тут вообще в целом? Они меня трепят, как хотят просто. Чё хотят со мной делают? Я ж тут все обутал. Печаль, беда, печаль, беда. Ха-ха-ха. Я думаю, начну серию. Так все будет классно, быстро, динамично. А ни хрена. Лестница. Почему я там не был, кстати? Да хорош ты. Или был? Полицейский участок? Серьезно, рили? Это полицейский участок? Я вернулся в полицейский участок? Серьезно? Пожалуйста, скажи да. Ура! Я вернулся! Я вернулся! Оказалось, все намного проще. Здравствуй, шляпа. Я знаю, чья это шляпа. Я знаю, чья это шляпа. Че, он появится скоро, да? Это козел. Так, окей. Это козлина здоровая. Блин, ну ладно. Не, про него не знать невозможно. Потому что когда вот вышел Резидент 2, просто везде. Почти все видосы были именно с ним. Ну, типа, какие там максимально популярные. Ага, мне даже нечем этого енота взорвать. Поймать. Электрическая деталь. Подожди, у меня же есть одна уже. О, патроны для револьвера. Скоро револьвер. Но револьвер будет скоро. Ага. Так, не, давай сначала это шляпу. Шляпу не трогаем, а трогаем красную, синюю траву хранить. Ну, это пусть будет. Давай, забирай порох достать. Это объединить с этим. Хорошечно, уже приятно. Так, это оставляем. Подожди, вот это уже потрошки хотя бы есть. Потрошки есть. Блин, а зачем мне? Я не буду трогать енота. Режущий инструмент. А, уже не нужен, кстати, да? Так, он как будто бы вот так вот выглядит неплохо. Вот так вот хотя бы патроны есть. Хотя бы патроны есть. Охренеть, оказывается, можно просто было выбраться из этого. Блин, я не знаю, вот реально, вот. Это было не очевидно. Не знаю, почему. Как так-то, почему мы потратили 13 минут пустую, хотя можно было уже гулять по полицейскому участку. Ну ладно, ну да ладно. Это отдельный вопрос. Я не смогу на тебе его ответить. Ага. Ну да, это вот как... У меня было предположение, что просто вернуться назад. Но это дурацкое предположение было, конечно же. Дай-ка я заколочу. Дай-ка я хочу заколотить. Заколотить хочу. Как будто бы она скоро это... А, ну можем 6? Ну давай, ладно, 6 будет. Как будто бы у нас этот... А, и можно... И это тоже? Нет. Как будто очевидно, что отсюда кто-то полезет. Раз тут так дают, да, значит, скорее всего. Неплохо. Да хорош, ну куда ты там лезешь-то ко мне? Не надо меня трогать. Ай, скотина ты, скотина. С одного выстрела при... Рано радуюсь, да? Тихо, ты не подскальзывайся. Два. Fuck you, да. Я согласен с тобой, Леон. Три патрона. Одному один, второму три. Что тут происходит? Я ничего не вижу. Леон.
Леон, включи свет. Свет, включи, Леон. Свет, включи, Леон. А, чё так темно-то тут? Я тебе сейчас башню снесу, достал ты меня. Леон, почему? Что ты делаешь, Леон? Вставь, вот это вот просто вставь, используй, да, все, без проблем. Не надо ничего заменять. А, это откуда бежал Элиот, все окей. Ясненько, понятненько. Залутали тут все, залутали, да. Ребята, а вы тут это... Ребята, можно пройти? Я вам не помешаю? А, я не помешаю вам, ладно. О, Элиот, здорово, Элиот. Ты как, нормально? Я тебя вообще это не буду трогать. Тихо, фэпосы, фэпосы, фэпосы. Нормально все по фэпосам? Так, чем мы тут не залутали? Восточный офис, кстати, пойдем залутаем. Пойдем залутаем. Ем. Кто там еще ползет? Скотина сзади на меня. Давай, иди сюда. Давайте сейчас башню как разнесу в хламину. Фу, я думаю, реально будет жестко. Но вроде разобрались. Давай уже, вылетай, давай. Я тебя жду, я готов. Всему, ко всему готов, всегда готов. Добрый вечер. А, так, отдай сюда. Есть еще что? Еще что-то есть, а что еще тут есть? Блин, ребят, вы сейчас это... Опять шляпа. Все повстаете? У меня время сейчас кончится на обыске, да? Там, кстати, дверь надо заколотить. Пара-пара-пара-пара. Окно заколотить вот это вот. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага, отлично, хорош. Красавелла. А тут не надо. Так, Леон, чего мы тут еще не взяли? Леон, пожалуйста, пожалуйста, давай найдем, что мы не взяли. Травушку? Муравушку? Во, отлично, все, да, тут? Идеальненько. Это куда? Это нам надо, короче, в их вход. Угу. На втором этаже что-то есть? Ох, капец, сколько всего тут. А это что? Сейф. Отверстие для рукояти, кстати, да. Домкрат. А подойдет рукоять, интересно? Офис Старс. Надо вернуться, конечно же, в Офис Старс. Ух ты, сколько всего. Ну, сегодня, походу, серия облутания. Залутание. Подлутание. Надо вообще в другую сторону бежать, Леон. Вон туда, в эксит надо бежать. Проведать Марвина еще разок. Марвин! Марвин! Ответь мне, Марвин. Ты жив? Нет. Нет, ну Марвин. Марвин! Ну, Марвин. Ну что? Ну ладно, это было предсказуемо, в принципе. Я уже готов морально к этому. Все, Марвин. Я надеюсь, это будет быстро и без болезни. Да, так оно и вышло. С первой пульки. Да. А ты там не оставил ничего после себя? Ладно, хорошо. Так. Ну давай сохранимся. Опля. Давай сюда давай. Так-с. Погнали тогда мы куда с тобой? Я все хотел насчет домкрат. Комната хранения. Пульт. Ну там кнопочка нужна, а тут мы что-то не облутали. Ладно. Пикачу. А не бубна. Во. Бубновая дверь нам сюда. Нам, короче, надо на второй этаж, да, все правильно. Да, много чего интересненького. Не, сюда не надо. Как же... Блин, что такое грязный? Тебе опять плохо. Блин, надо было тебя подлечить сейчас. Давай подлечим тебя. Там у нас много ЗЗ. У нас много ЗЗ, поэтому давай подлечим тебя. По-моему, пробежались по Марвину. Так. Давай доставай ЗЗ. ЗЗ-шку достали, ЗЗ-шку приняли. Блин, конечно, нерационально. Нерационально согласен. Наполовину, то есть я...
одна лишняя зеленая трава как бы задействовалась. Мне надо было всего лишь одну, а я две использовал. Ладно. 20 патронов, кстати. Звучит неплохо. Угу, Хертум. Хертум. Чего такое? Ну, который квадратное отверстие только. Ага! А тут это, как это называется? Шевронное отверстие. Это шеврон, да, вроде так называется? Шеврон, вроде, да. Ну окей, ладно. Да, так нам нож еще у меня был. Мы еще тут не все. Офигеть, вот это, конечно, невнимательно бегал. Ну, поначалу вообще тяжко все это за всем следить. Поначалу игры. Сейчас вот более-менее втянулся. Это какая серия-то? Пятая серия, только вот сейчас я более-менее втянулся. Хорошо. Подожди, где там? Подожди, мне там шоколадка сейчас. Подожди. Что-то охренеть, я там много, так много шоколадки сожрал сегодня. Вообще не ем сладкое, как-то я пытался отказаться от сладкого на какое-то время. Ну, в смысле, нет, я отказался, мне иногда прям вообще не хочется. Но когда кофе пью, вот единственный момент, когда пьешь кофе, хочется сладенькой. Хочется сладенькой. А не буду я шоколадку, не буду. Отломил, достал, уже почти все готов был съесть, но не стал. Блин. Фу, ненавижу молочный шоколад, он потом остается на руках капец как. Вот горький шоколад, да. Вот он классный. Но молочный прям, молочный совсем какой-то прям. А ты чё? Ты охренела? Ты ч... Как это вообще произошло? Как это произошло? Я не понял, мне туда ж надо. Часовая башня, кстати, мне туда тоже надо вообще-то. Как это произошло, объясните мне. Дисковый замок, не знаю я, как это произошло. Мне не на третий этаж надо, если чё. А, в душевую, в душевую, душевую, душевую. Ну да, вообще-то нет. Чего? Думаешь, я смогу его порешать? Ну давай. Да хорош, надо бы промахнуться, ну вот надо бы промахнуться мне. Отойди от него, Леон. Да хорош ты, скотина. А я отлетаю. Гребаный лизун. Чё, умер, что ли? Ты дебил? Хорош, не трогай меня. Блин, вот это было же... Вот это жесть была сейчас. Вот это была жесть. Просто полнейшая. Я же отле... Блин, ну сколько патронов опять? Был 20, стало 7. Дробаш вообще один именно... Лизуны гребаные. Ладно, съем шоколадку из-за этого. Чтобы успокоиться. Сейчас, дайте мне передохнуть. Капец, она сладкая, я не могу с нее, конечно. Когда мега сладкая, она... Приторно сладкое, прям неприятно. Не знаю, зачем. Я просто такой не брал. Я всегда беру себе Риттер, Спорт, Марципан, горький шоколад. Это самый идеал. Это просто для меня имба, это просто супер. Но в этот раз я решил, изменил себе, так сказать, и взял какую-то другую, какую-то там кремовый мусс, еще что-то там было. И вот я ничего, кроме вот сладости, не чувствую. То есть вкус просто сладость. Сладкий вкус, и все. Не понимаю, в чем прикол. А когда горький шоколад с марципаном, там чувствуется и горький шоколад. Ну, знаешь, как будто как более сформированный вкус. Потому что горький шоколад это как вот такая оболочка, достаточно ну, вкусная сама по себе, которая в себе содержит еще более такой глубокий вкус. И получается там приятное такое наслоение вкусов. А тут просто вот
какой-то бесформенной хрень. Ну, это, сейчас я тебе скажу, как называется. Просто это, так много сегодня шоколад обсуждаем прям. Карамельный мусс с миндалем. Риттер Спорт. Это я про него. Это я сейчас его ел. Не знаю, как тебе, но может, это, мне такое не нравится. Может, я уже старый, конечно, отвык от такого, от таких сладостей. Но раньше я такое любил. Вот Альпин Гольд раньше любил капец как. Потом в какой-то момент понял, что это полнейшее говнище. Да, помню. Или вот воздушный, вот хочу воздушный, надо вот воздушный взять. Воздушный с этим, белый шоколад воздушный, это прям вообще имба. Ну, раньше была, сейчас не знаю даже. Ради теста взять хочется, потестить. Как он... Так, все, мы можем идти туда. Все, надеюсь, там... А, там и сохранение будет, да? Да-да-да. Фу, аж это зуб. Не то, что зубы сводит, но неприятно, короче. Когда прям мега сладкое, реально... Ну, перебивает вкус. Когда что-то есть мега соленое, тоже неприятно. Не, а так... Так в целом съедобно. Че мы можем сделать, подожди? А, нет, ничего не можем. Подожди, а тут мы что еще? Ага. Красная травушка. Нам так-то флешку еще найти. Флешку надо будет еще найти. Что еще тут ты хочешь мне сказать? Там-то понятно. А запись идет. Хе-хе, запись идет. Леон. Че мы тут еще не облутали? Или тут что-то сюжет... А, наверное, ну там, это же все вместе считается. Не, это считается отдельно, я думаю. Лен, что мы не взяли еще? Ленчик. 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 Что нам сделать еще? Эрморидор? А, у нас нет. Да хорош, все, я понял. Да я понял, братан. Угу. Не, тут как будто все обутано. Как будто бы. Угу, погнали. Блин, а ты тебе больно, да, Ленчик? Тебе... Блин, ну давай. А, так-то да. Подлечили Ленчик. Сейчас зайдем еще в прачечную. Ух ты, скотина. Какие у тебя когти, конечно. Не мозг такой здоровенный. Офигеть. Погнали. Открывай врата. И что, тут есть что полезное? Порох? Ну, нет. Не только же ради пороха мы сюда пришли. Еще и за переносного сейфа. Давай-ка, что ж там будет у нас сейчас использовать? Изучить. Space. Давай. Подтвердить. О, удачно. Ага. Тихо, стой. Чего? Стой, подожди. Стой. Во. Началось. Во. А, да хорош, подожди, я не могу запомнить начальный. Да что ж такое-то? Ага. Вот, просто вверх. Сюда. Что такое не так? Сломалось? Ага. Ой, что-то я забыл, как она работает вообще. Стой. Угу. Чего? Подожди, я не могу сообразить, как она работает. Поехали. Раз, два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь. Че это? Вот, поехали, окей. Нет, а где начальная эта кнопка, я не понимаю. Хм. Вот, а вот эти две по диагонали, вот. Вот это третий, окей. Нет. Во, все, сообразила. То есть раз, два, три, четыре, может быть пять, ага, шесть, нет. А, раз, два, три, четыре. Так, короче, вот такая вот буковка, не знаю какая, короче, стульчик должен такой образоваться после него сюда, потом сюда, нет, стульчик образоваться должен, да? Угу, угу. Так, нет, так, стульчик, ну, ага,
Куда еще не... Да что ж такое-то, я скорее всего даже на одну ту же самую нажимаю. Да подожди ты. Ой, нет, не ту. Ага. Вот. Стульчик, после стульчика вот это самое крайнее левое. Хэр там. Не понял. Не понял. Можно было по-другому сделать? Ну ладно, стой. Так. Хорош, стой. Вот отсюда, сюда. Нет, все, ладно. Так, крайне нижняя, значит, нужно. Так, стой, скинься. Угу. И потом... Да, не угадал, скотына с... Забыл. Вспомнил. Что-то долго, ну ладно. Че тут? Опачки, да вы че, мы сейчас как пойдем. А мы пойдем сейчас как вставим туда, и мы сейчас как что-то получим. А мы дробаш получим, который у нас уже есть. Ну ладно, патрончики получим. Вы дебилы, куда вы там лезете? Совсем. Блин, мне надо сократить. А, ладно, там пройдем, еще сохранимся, до кучи сохранимся. Что? Слушай, изначальная цель-то какая? Получено, найдите детали электрощитка, хорошо. А мы тут были, кстати? А, мы отсюда и пришли, все. Хорошо. Сейчас спустимся вниз. Ой, сейчас долгий путь, там, конечно, намного короче путь был, но я не хочу их трогать. А, кстати, еще найти от этого. Нет, не от него. От другого. Там другой шкафчик еще есть, ладно. Да хорош, не ори. А жизни нормальной жизни, да. Что-то убрать надо мне. Хранить. Это оставить пусть. Пленочку проявить, ничего себе. Как мы удачно зашли. А, свет, подожди, свет включен. Ага. Использовать. Шкафчик на третьем этаже, я только о нем и подумал. ДЦМ. Пойдем сходим за ДЦМ. Только уберем ненужные. Объединим, это окей. Дарабаш мне кажется как будто важнее стал. Это все вот так вот мы сложим красивенько. Нет, вот так вот. Ага, да хорош, угомонись. Револьверные патроны, кстати, не нужны пока что. Ага. Сохран. Идем на сохран. Полицейский участок. Погнали наверх. Леончик, мы сейчас с тобой как все зачистим, как все облутаем, залутаем. Вот тут он, да? Кто там опять рычит? Кто там? Нет, ну кто ты? Кто ты есть? Если это лизун, то пошел ты знаешь куда? Я только тут одного лизуна уже пришил. ДЦМ. Запомним, что с ним. Что это? И все? Ты прикалываешься. И это все? На что вы способны? Ладно. Пойдем тогда попутно. Даже не без сохранения добежим до хранилища. Вот, кстати, да. Сколько раз я хотел это сделать, но сделал только сейчас. Нет, походу тут лизун сейчас. Ух ты, мудил. Нет, я от тебя отбежал. На тебе нож в лицо. Дробаш, братан, дробаш. И в башку. What the? Убили. Отдай нож, кстати, да. Блин, а капец, ты сожрал мои патроны.
Ой, не туда. Не туда, назад, вон туда. Ага. На пули вставляй. Использовать. Подтверждаю, конечно же, я. Куда, значит, 1-0-2. 1-0-2. Ой, 1. Поторопилась. Ага. Так, подожди, а я забыл. Остальные-то я забыл. Надо просто циферки запомнить, окей. Угу. А, подожди, а вон туда я могу? А! О, вот это тормознул. Что? Я думал, что это... Что? Да, я уже дробаш брал отсюда. Вот это я лаганул, ладно. Какие еще? А, 208 и 203. 208. Ага. Хорошо. И 203. Идеально. Подожди, а у меня и так сумка как будто... сумка как будто максимально прокачана была. Нет? Еще? Она еще увеличится? Охренеть. Куда ж мне столько? ну ладно. Не, я только за. Я только за. О, спасибо, кстати. За патроны спасибо. И тут все получается. Да, вот, кстати, в этом коридорчике что-то мы не находили. Давай найдем сейчас... Вот в этом коридорчике. Что-то мы не находили. И вот тут, да. Что же мы не находили? Патрончики? Не знаю, подожди. Хочу найти что-то. И туда тоже, да? Блин, да, длинный коридор, ну пошли. Там кто-то встанет сейчас, полюбас. О, спасибо. 15 аж? Опять показалось. Хорошо. Хорошо, все хорошо. Так, а что, получается, червовую дверь... А у нас были, кстати, еще ББУ. Так, это понятно. Библиотека тоже понятно. А холл? Кстати, у меня бутали холл на втором этаже. Как-то так вышло, я не знаю. Но давай сделаем это и сейчас. В этой серии. Подожди, серия как будто скоро близится к финалу. Но... Хочется сделать что-то еще полезное. ЦАП. ЦАП, понятно? ЦАП. Не, ну пойдем на второй этаж. Пошли. А через Вестер офис, да. А мы тут тоже все, да? Тут тоже все. Как код к сейфу, кстати, который находится вот здесь. Вот я не знаю, как найти вот тут здесь, вот тут, это тут. Не знаю я. Марвин, ты где? Блин, Марвин. Жаль. Жаль, что так все вышло. Блин, Леон, капец ты с Windows. Давай, ладно, облутаем тут еще. Что мы тут могли не найти? Интересно, мне даже знать. Хм. Только с той стороны, давай надо да. Да, оттуда сбегаем. Не лень. Побежали. Но получается, мы в данный момент можем вот это сделать. Ну, конечно, и подлутать получше. Хотя тут все залутано на самом деле. А, блин, а нам так-то еще в часовую башню надо идти. Там а не там ли деталь находится, кстати? А что это с мышкой? Мышка, алло. Как на стороне себя ведет. А, вот так вот. Вот тут что у нас, кстати? Западная кладовая библиотека. А, это там, где мы не можем пройти. Из-за того, что... Нет. Там тут тупик. Тут тупо тупик. Ладно. Нет, что нам сейчас делать, я знаю.
Только не знаю, заканчивать ли на этом серии или нет. Ну вот, мне вообще не хочется. Не, просто мне как бы сейчас, получается, хочется сейчас узнать, что будет. А, да, патроны, здравствуйте. О, офигеть, ага. Мне хочется сейчас узнать. А если, чтобы мне узнать сейчас, надо либо сейчас узнать, либо в следующей серии. Это, получается, надо будет еще одну записывать на целый час. Ладно, не знаю. Ладно, я подумаю. Но это мои внутренние тайм-менеджмент, это не так важно. В целом, я думаю, мы много чего полезного сделали в этой серии. Так, это пусть будет со мной всегда, на всякий случай. Это тоже пусть будет тут вот так вот. Так, порох. Один. Больше нет пороха, да? Угу, класс. Хотя пусть будет со мной порох. На всякий случай вдруг найду еще один и смогу сразу сходу скрафтить. Ну, пойдем вставим рукоять. Мне интересно. Хотя, нет, подожди, что это с мышкой? Ты не садишься? Нет, не садится. Ну, ладно. Как-то она... странно реагирует. Эй, кто там рычит? Так. Погнали. Это куда нам идти? Это нам туда идти куда-то. Угу. Блин, 3 патрона? А, в пипи. Не так-то много патронов у меня в целом. Так, а тут мы, кстати, тут... What the fuck? Чего у вас так много тут? Ну нахрен назад, назад, Леон. Чё? Да хорош! Не понял, как так получилось? Почему? Там взялась куча народу. Какого хрена? Не трогай меня. Не трогай меня. Я тебе не достанусь. А что это такое? А, нет, нет, туда не надо. Ага, могу там пройти теперь, да-да-да-да-да-да. Элиот! Нет, Элиот! Ну нет! Ну, козёл ты какой! Ты жри, не трогай меня, ты меня сильно... А, хорошо. Ну, не так кусанул. Слегка кусанули. О, нож. Здорово. Ползёт за мной? Не надо. Не ползи за мной. Так, стой, я отсюда... Зачем я пошел? Зачем я сюда пошел? Зачем? Потратить еще сейчас жизни, да? Как мне теперь добраться туда? На второй этаж, да? Скорее всего, да. А, ага. А ты сможешь туда пролезть? Нет? Ладно, погнали. Это где-то тут вставляется рукоятка, вроде, насколько, если я не путаю ничего, где-то тут она... Да. А тут... А, что-то не обутано еще, стой, внимательно. Ой, нет, провогнуло сейчас, ну ладно. Опять провогнуло. Не знаю, что с ней. А мне тут нечего убрать. Не дать, не взять. Ну нету ничего тут, а. Или может есть? Я просто не вижу. Подожди, waiting room — это комната ожидания там нибудь сохранения? А, не, хрен там. Это не то, это десейф. Десейф, да. Не знаю, я ничего не нашел. Зато знаю, что сделать тут. И куда это? И что это? Ага, это какая-то часть полицейского офис шефа. Комната с коллекцией. Ого, прикольно, мне сюда надо. Ой, ну зачем, конечно, не знаю, вот пулька. Драгоценный пуль, который... Ну, просто он так мотается, блин, так хочется в него пальнуть. Есть, нет, нет, нет. Я уже обрадовался. Офис шефа нам недоступен. Пока что.
А куда? А стой, а куда? Так много, подожди, на крышу можно выбраться, ничего себе. Давай досочки возьмем. Угу. Отлично, патрушки еще. Возьми, Лена, возьми, пожалуйста. Ага. О, прям на... О, фига себе. Блин, синий травы как будто становится очень... Вот красный становится точно очень много. Но она как будто... Как будто бы она прям... Не знаю. Неужели так будет... Так нас много будут отравлять в будущем? Что ее так много может пригодиться? А подожди, что еще? А, чего? А, ага, да, все. Я в тот шкафчик не залезал. Блин, нет, ну что вы, тут еще кто-то зомбаки, да, тут ясно. Нет? А, закрыто? А почему закрыто? Ну иди сюда, ладно, давай разберемся с тобой, как с мужик с мужиком. Нет. Да хорош. О, бой. Так, ладно, есть время побегать тут. Леон, давай беги, пожалуйста. Давай только что-нибудь нужное найдем тут, пожалуйста. Леон. Ага, ну... Нужно, конечно, но не прям так сильно. Да что ж такое, тут одни сердечки. Пацаны, лежим. Нет! Да нет! Да козина ты! Не кусай! Блин, кусил, укусил. Чё еще тут можно взять? Стойте! Я не все обутал. Большая шестерёнка. Нет, я так удивился. Нет! Я так обрадовался. Ну, я не знаю, куда ее вставить. Тихо, валим отсюда, валим. Ну знаем, ладно, знаем, где большая шестеренка, но пока что я не знаю, куда ее применить. Возможно, что-то с часами. Мне такое ощущение. Вниз можно давай сходить, почему бы нет? Ты чего? Такой смотрит, стоит. Дайте в глазик. Ну я не удержался. А, нет, заколотить. Успел. Да что ж тут одни эти, блин. Комната допросов. Одни червовые. Ага. Откройте, пожалуйста. Так, окей. Все. И еще. Ого, еще крестик. Да все. Приехали, приплыли. А, вот еще сюда мы. А, нет, все, подожди. Все? Я думаю, что-нибудь это прям так нормально заутаем. Продвинемся дальше, а тут опять тупичело. Ты вылез, что ли? Нет, ты не вылез. И ты не вылез, ладно. Тогда все, тогда идем финалиться, что. Я думал, сейчас какой-то будет мощный клиффхенгер, а его не было. А куда дойти-то? Как мне сохраниться теперь? Арт-рум. А, не, подожди, что-то я... Как-то... А, я ж тут был. Да, все, все нормально. Все в порядке. Комната ожидания. А где мне сохранить тут? Подожди. Ближайшая зона сохранения. Где? На первом этаже, да? Да, вон там вот. Погнали, что. А через waiting room... А, ну давай, короче, да, в основном в зале и сохранимся. Че до него тут бежать-то вообще ни о чем. Ладненько. Интересно. Ну, я так понимаю, у нас сейчас основная цель — это найти вот эти вот детали электрощитка, чтобы открыть этот электрощиток. Ой, открыть ворота на парковке, да? Ну окей, будем искать. Я не против. Марвина потеряли только в этой серии. Ну,
Это было предсказуемо. Все, тогда что, на этом месте мы с вами закончим? Вот так. Вот так красиво, с таким вот видом. Около полис деска мы с вами закончим эту серию. Ну, вроде разобрались, да? Та серия закончилась вообще как-то максимально депрессивно, без патронов, без всего. Как будто бы все, пути нет дальнейшего. А в итоге мы нашли и разрулили. Ну, все нормально, да. Справились. Я думаю, таких испытаний еще будет много. И скоро, мы думаю, мы встретим того самого главного антагониста. Ой, или протагониста. Антагонист вроде это заводить, да, если я не путаю, или протагонист, ладно, не суть, короче, ладно, все, на этом мы серию закончим, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, обязательно увидимся с вами в следующей серии, всем пока!